Всем привет! Сегодня готовлю творожные кексы. Готовятся быстро, получаются очень вкусными, мягкими, воздушными и ароматными. Состав рецепта вы также можете посмотреть в описании под видео. Изюм зальем горячей водой и дадим немного набухнуть. Растопим 20 грамм сливочного масла. Творог любой жирности кладем в миску и измельчаем вилкой. У меня творог домашний, хорошо отжатый. Муку просеиваем через сито. В творог разбиваем 2 яйца. Добавляем остывшее сливочное масло, сахар, соль, перемешиваем и добавляем 2 столовые ложки сметаны. Снова перемешиваем. Добавляем половину чайной ложки соды. Гасим ее. Добавим немного лимонной кислоты и сверху польем немного воды. Все хорошенько перемешиваем. Добавляем муку, замешиваем тесто. Тесто получается чуть гуще, чем на оладьи. Если творог жидковатый, тогда нужно подсыпать еще немного муки. Изюм сливаем, обсушиваем, добавляем немного муки и перемешиваем. Добавляем к тесту, снова перемешиваем. Формы для кексов смазываем растительным маслом. Укладываем тесто в форму. Наполняем формочки не больше, чем наполовину, потому что кексы хорошо поднимаются во время выпечки. Получается 18-20 кексиков. Ставим в разогретую духовку, выпекаем при 180 градусах 35-40 минут. Готовые кексики извлекаем из формы. Аппетитные и ароматные творожные кексики готовы. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, смотрите мои другие видео. Желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения.